Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя», друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы, друзья, уделим внимание солнечному затмению, которое всех нас ожидает 30 апреля. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, потому что в этом видео мы дадим очень важную и ценную информацию. Поэтому мы смотрим, анализируем, делаем выводы. Итак, друзья, мы с вами приближаемся к очередному коридору затмений. Точнее, он уже в какой-то степени начался. Считается, что он начинается за 3 дня до затмения. И 30 апреля произойдет пик частичного солнечного затмения. Обращаем ваше внимание, что само по себе солнечное затмение 30 апреля будет сильное, мощное и трансформирующее. Итак, затмение произойдет в 23 часа 41 минуту по московскому времени в ночь. Это получается с 30 апреля на 1 мая. Также мы надеемся, вы помните, что с 30 апреля на 1 мая нас всех ждет Вальпургиева ночь. Если нет, то теперь вы точно знаете. И затмение, друзья, традиционно сильнее влияет на ту местность, где мы сможем и наблюдать. А наблюдать это солнечное затмение мы будем только в Южной Америке, на другой стороне Земли. А на том континенте ждет большие потрясения, к сожалению, в ближайшие полгода, в том числе связанными с засухами, с наводнениями, с природными бедствиями и прочими напастями. Вы спросите, а почему это так? Ну, а для того, чтобы очиститься от скверны, как в прямом, так и в переносном смысле. Затмение произойдет в знаке зодиака Телец. И именно это затмение будет связано с ресурсами, с деньгами, с накоплениями. И вот актуальность всех этих вопросов возрастет в ближайшие полгода. Вы должны понимать, что вот именно это затмение, которое мы с вами все встретим 30 апреля в 23 часа 41 минуту, откроет наши с вами кармические источники дохода. И нам с вами только остается довериться судьбе и не пропустить те шансы, те возможности, которые будут появляться в вашей жизни. Поэтому соглашайтесь и принимайте все то, что жизнь будет давать. Появляются новые обязанности в работе, принимайте. Появляются какие-то обязанности дома, которые вы не привыкли выполнять, потому что у вас была бабушка, мама и так далее, делайте и так далее. Также обращаем внимание, что в ближайшее время ожидается грандиозная, вот по-другому нельзя сказать, грандиозная переоценка материальных ценностей и целей. Также будьте готовы и к потере старых источников дохода. Как бы то ни было, дела пойдут в гору даже у тех, кому давно удавалось получать в той или степени доходы. Вы знаете, особыми счастливчиками в коридоре затмения, напоминаем, это с 30 апреля по 16 мая, такие люди столкнутся с подарками, с премиями, даже найдутся такие люди, которые даже будут готовы помочь что-либо проспонсировать. Поэтому, пожалуйста, мы рекомендуем и просим всех принимать перемены, даже если они вам неудобны, но вы должны понимать, на то они и перемены. И вот самое время положить старт новой финансовой тактике. Солнечное затмение это будет крайне магическое, и вам нужно в этот день в обязательном порядке перестать обижаться на судьбу. И тогда она перестанет и обижаться на вас, и подбрасывать вам постоянно какие-то экзамены и уроки для того, чтобы вы понимали, что происходит. Также к солнечному затмению и после него прекращайте вести образ жизни растения. Начинайте делать то, что бы вы хотели, к чему стремилась ваша душа. Обращаем ваше внимание, что это затмение внесет правки в денежную сферу многих людей. Многие люди, знаете, как будет, придет понимание, озарение того,
Что можно делать? Вот приходит новое время, приходят перемены, да, а с ним приходят и новые возможности. И здесь очень важно, чтобы люди этого не упустили. А если вы не упустите эти возможности, вы их увидите, вы даже можете преувеличить свои деньги. Поэтому очень важно, чтобы вы направили вот тот мощный поток энергии, который будет идти из космоса в полезное русло. Это очень важно. Обращаем ваше внимание, что соединение будет еще и с Ураном. И обращаем ваше внимание, что вот эту тельцовскую стабильность можно будет достичь только за счет перемен, ныне как по-другому. Поэтому, пожалуйста, меняйте свои взгляды на ваши деньги. Обязательно разберитесь со своими установками, которые тянут вас назад. Продумайте новый способ привлечения денег в свою жизнь. Вы должны понимать, что все ваши мысли, действия, поступки играют очень важную роль. Поэтому в солнечное затмение думайте. Даже если у вас сейчас есть кредиты, есть какие-то долги, есть какие-то проблемы, думайте с позиции изобилия, что у вас есть деньги, что вы можете позволить себе больше. И тогда уже на энергетическом уровне вы будете уже исправлять этот финансовый поток. Также обращаем ваше внимание, что у нас затмение еще и в гармоничном аспекте с Марсом. А это значит, что если мы с вами будем активны, то мы и получим по своим делам. Поэтому постарайтесь, если вам не хватает каких-то знаний, опыта, найдите людей, купите себе курсы и пройдите обучение. Также вы должны на это уделять особое внимание. Также обращаем ваше внимание, что соединение еще и точки затмения с Ураном говорят нам про изменения. При этом изменения будут касаться всего мира, то есть они будут глобальны. И здесь затронет и интернета, затронет технологии, различные при этом, то есть не в какой-то определенной сфере, а во всех сферах. При этом это коснется и электронных денег. Обращаем ваше внимание, что мир, возможно, вы еще не заметили, но кто живет в больших городах, кто живет где-то в определенных вот таких хабах, мир уже переходит на новую форму платежей. И да, сейчас это разные платежи, но они уже есть. Также обращаем внимание, что начнется активность и какие-то новые операции по всему миру. Это будут связаны не именно с какими-то действиями. Здесь будут иметься в виду какие-то климатические проблемы, катаклизмы. То есть, например, значит, могут произойти какие-то сильные взрывы под водой. Может быть, прорывы дамб, извержения вулканов. И это все скажется на нашей Земле, и мы все с вами будем ощущать. Также обращаем ваше внимание, что в это время также произойдет и соединение сильного Юпитера и сильной Венеры в рыбах. А это говорит нам про большие возможности, про большую любовь, про большие деньги, про всплеск творческого начала. А Венера управлять будет затмением, значимость, и тогда и значимость этого затмения достаточно велика. Кроме того, друзья, вот само по себе вот это затмение, оно будет, знаете, с одной стороны гармоничное, но это зависит опять же только от нас. Оно будет сильное, мощное, и все будет зависеть только от нас самих. Поэтому вот это солнечное затмение отразится на нашей духовной и на нашей душевной стороне жизни. Поэтому очень важно, чтобы вы верили в высшие силы, возможность вот быть в этом потоке изобилия. И попытайтесь попасть в поток и получить его благо. Чего можно ожидать в это солнечное затмение? Возможны перепады настроения и эмоционального фона. Многим людям будет сложно анализировать, адекватно принимать решения. Возможны даже недопонимания в отношениях, и здоровье будет уязвимо. Хорошо будет анализировать свою жизнь,
делать выводы, обязательно занимайтесь практиками, читайте молитвы, мантры. Если есть возможность, занимайтесь благотворительностью. Напоминаем, что благотворительность это не только значит, что нужно, что вы должны дать кому-то деньгами. Вы можете пойти купить продукты питания, а возможно, у вас есть вещи, которыми вы не пользуетесь, и вы можете отдать другим людям. Хотим вам дать еще кое-какие рекомендации, на которые стоит обратить внимание всем. Во-первых, нежелательно смотреть на это затмение, потому что энергии затуманят наше сознание и впоследствии, к сожалению, негативным образом отразятся в нашей жизни. Закройте окна шторами. Также уберите с балкона вещи, которые сушились. И постарайтесь принять даже душ перед затмением и после самого затмения. Не начинайте важных и серьезных проектов. Старайтесь в это время держать мысли под контролем, не раздражаться и не говорите другим плохое. Потому что ни к чему хорошему не приведет, это будет на эмоциях, вы только испортите отношения, но ни к чему новому не придете. Также не старайтесь находиться в людных местах. Кушайте по минимуму, а вот в пик самого солнечного затмения вообще откажитесь от еды совсем. Постарайтесь вымыть подоконники и полы после затмения. Закройте или спрячьте пищу, которая стоит у вас на виду. После затмения вылейте воду из чайника, графина, если она там оставалась. Хорошо проработать и что-то сделать для своего рода. Например, составьте родовое дерево, вспомните о своих предках. Очень важно, чтобы вы читали молитвы, мантры, благодарили и совершали глубокие поклоны предкам. Друзья, хотим вам предложить одну настройку. Это волшебные сильные слова, которые помогут вам сонастроиться под с потоком изобилия, благополучия. И эти слова, друзья, мы оставим в описании к этому видео. Небольшой текст, но все-таки очень важно, чтобы каждый его произнес. Обращаем ваше внимание, что читайте 12 раз. Когда эти слова читать? Вы их можете произнести до солнечного затмения и после солнечного затмения. Также, если вы в это время уже отдыхаете, спите, тогда 30 апреля прочитайте эти слова 12 раз и 1 мая также прочитайте эти слова. Друзья, будет происходить сонастройка с высшими силами, и вы увидите, как в вашу жизнь могут начать происходить определенные изменения. Поэтому, друзья, используйте энергию солнечного затмения мудро, и прибудет с вами не только финансовая подушка, но и то, что действительно для вас важно и ценно. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, друзья, ссылка в описании к этому видео на наш телеграм-канал. Там очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажмите то видео, которое вам интуитивно интереснее. Знаете, это подсказки от высших сил именно для вас. Смотрите и черпайте знания. Мы надеемся, что эта информация, эти видео действительно для вас полезны и привносят новые изменения в вашу жизнь. Мы всем желаем мира, любви, гармонии. Будьте нам здоровы и обязательно берегите себя.